Вот он я. Сегодня стрим без ДЛЭ, как видите. Нет ни малейшего желания запускать стрим с задержкой и пытаться опять PUBG играть. Там бесконечные читаки снайпят. Сегодня, думаю, будет, ну, собственно, вот Dota. Не знаю, maybe одна-две игры, скорее всего, только одна, потому что стрим без ДЛЭ. А потом Казиноч сразу. А потом, скорее всего, поебота. Давно поя не стримил. Такой план. Тем более у меня секстанты появились наконец-то. Ну что, дабл фарм. Рафлан ебало. Бля, почему Нюкс не забанился? Ну что за говно? Кто забанился? Пиджер, Бруда, Пангольер, Сларк, Дарквиллоу. Да. То есть они сейчас возьмут антимага и Нюкса одновременно против Медузы. Прикольно! Ага, Некро 3 плюс Нюкс. Плохо дело. Feels bad, man. Да. Добрый початок. Добрый початок. Завтра новый сезон Доты начинается. Интересно. Во сколько времени? Заебали, конечно, разработчики. Не дают стримить PUBG. Это ж, ну, по сути, это как бы... Разрабы не могут месяцев 9 ничего сделать. Просто, ну, невозможно эту игру постримить. Когда они это планируют фиксить, я хуй знает. Инфа засекречена. Антимаг, Некро 3 и Нюкс. Бля, я точно эту игру не выиграю. Тут, блядь, это жесть. У меня сейчас будет 10 смертей. Не, ну а что за хуйня? Банился антимаг и банился Нюкс, но при этом никто из них не забанился. Ладно, настало время поныть. Добрый початок. Еще немножко поноем. Пиздец, стрима на бюрна. Да. Вот так. Вот так вот. Да, ясно. В том-то и дело, что ясно, стрима на бюрна. Ясно, понятно, джиджи вы проебали. Ну что еще? Баун еще шейкера взял. Привет, Артас. Какой твой любимый персонаж из Наруто? Не ври. Что не смотрел? Не смотрел. Про Гендзу, все шутил, да. Будешь обновлять. Это никак не связано. Не, это не стримлю бетки. Я не играю вообще даже бетки. Зачем это чел взял шейкера, не могу понять. Ладно, не важно, мы проебали anyway. По БГ я вообще не могу, ну, полноценно стримить. Я могу очень редко там врубить, пока будет настроение. Последний месяц-полтора мне там вообще уже читеры снайпят 24 на 7 тимятся. Буквально сегодня играл без стрима. Два читера валхакера в одной команде в соло игре против меня. Откуда может быть мотивация стримить эту игру, если разработчики ничего не хотят делать? Они просто игнор подрубают, им даже бесполезно жаловаться. Стримы PUBG это... Это контент. В доте хотя бы не могут, допустим, ну, онлайн снайпить хоть что-то. В доте, допустим, хотя бы можно ставить задержку на стрим. В PUBG даже это бесполезно. Добрый початок.
Мы не выиграем нихуя эту игру. У нас в команде такое... Вот как вообще... Вот такие вот герои, да? Шейкер, Оракл, Клокверк. Почему они берут такое говно? Это же говно не способно ловить антимага. Мы же не можем его убивать даже. То есть получается... Я снова живу. Будет пассивная игра, будет антимаг фармить, нюк сфармить. Моих героев. Потом просто... Один файт, два моноберна Никса, ворвется или Рексара, или антимаг, и я умер. И все, конец игры. Гениально! Гениально. Нам, короче, борода. Уебища! Супер хуево пикнули. Шансы... На нуле. Прогнозирую 30 минут нытья. Если мы продержимся больше 30 минут, то уже успех. По идее, у антимага должно быть Battle Fury против Клока Соло Харт на 10-й. Клок Соло Хурт. 2107. That's incredible, guys. О, моноберн первый. Сканикс такой уебанский герой, это пиздец. Посмотри на этого героя, просто может идти на двух рейнджевиков, на мире героя, на похуй. Почти хп не теряет за атаку. Чисто вот Никс, герой, который бесполезный, но против моноберов слишком имбовый. Ну, в смысле, против героев, которым мана нужна. У него моноберн слишком имбалансный. Не люблю таких героев, которые нужны в доте только ради контри какого-то другого героя. То есть сам по себе он, ну... Ничего особенного. Но если есть кого бёрни, то слишком имбалансно. Слишком сильный скилл моноберна. Сильнее ульты. Это бред. Да, сейчас добивать крипов против мили героя, будто бы это возможно вообще. Как можно добивать крипов против милишника, я хуй знает. На герое рейндж с анимацией атаки просто супер даунской. Даже нет смысла пытаться, но Рексар добьет, какая разница. Даже нет смысла пытаться добивать крипа. Ну что еще? Здорово, Артемка. Пишет твоя бабушка Виталина. Внучек, работаешь? Сложно. В твоем возрасте уже надо себе мальчика искать. Мы с дедушкой Богданом очень беспокоимся за тебя. Кончик внука. Ну бля, ну как этих крипов добивать на этой ебаной дузе? Как же сложно, сука. Как же сложно фармить на рейндж героя, ебать, с такой анимацией даунской. Всем новым героям делают нормальные анимации, а старые герои остаются с хуёвой анимацией, это пиздец. Вы видели анимацию Dark Willow? Это ж лол просто, ну. И сравните с анимацией Медузы. Даже не буду пытаться донать их хз. Ладно, попытался. Лишь бы ему не дать. Только ради этого. Такая хуета, блядь. Он заденайл, то есть он и добил, и мне не дал добить. Ну и что я сделаю? Милишник против рейнджа, блять. Ура, я сдонаю. Прогресс. Вот даун, блять. Просто идет под змейку, подставляется. Полный даун. Правда, мне эти змейки невыгодно кидать, на самом деле. Если по рейндж крипу не попадаю.
Ну да, блять, это тупой рандом. Откуда знаю, делать выстрел по рейндж крипу или не делать? Это же фул рандом, добью я этого крипа или нет? На 100% рандом. Никак от тебя не зависит. Бывает нужно сделать один выстрел, а бывает нет. Наконец-то даун на фидел. Тупо клок соло хард. Клок соло хард против антимага. Зацените год, блять. Ну я, сука, даун. Он даже шипы не качает? А, у него на МПЛ прокачан. Как же легко динаять, пиздец. Ну что еще? Привет. Да что ты его похилил, блядь? Надеюсь, донат не сильно отвлечет. Я тоже надеюсь. Скажи, почему именно медуза? Ну что мне нравится. Жишь, что ли, бесполезный? Ты вообще не видишь других героев, на которых тебе понравилось бы играть? Не вижу, нет. Куча изменений, но не пойму, почему именно медуза? Потому что, бля... Меньше дал ничей, Руниров. Я не услышу последнее. Сейчас постараюсь ответить. Мне очень нравится неубиваемые герои. Я всегда играл неубиваемыми героями обычно, это во-первых. Допустим, Морф, Врейскинг, Сларк. Я всегда играл героями, которых нельзя убить. Ну что еще? Это одна из причин. Здорово, папаня. Ты просто привык к анимации в руки, которая супер пиздата. У Медузы еще не такая плохая. Зачекай после не такая плохая анимацию какой-нибудь другки. Там вообще по-новому. Не-не-не, самая худшая анимация у Бон Флетчера в Доте. Из всех героев Доте у Бон Флетчера самая хуевая анимация. У дровки я знаю, но у Бон Флетчера еще хуже. Вот у Бон Флетчера это все, это просто... У Бон Флетчера это, блять, я не знаю. Это ужас. За честь и отвагу! Добрый почетный! Меньше чем три. Он кабаном не дает добивать крипов. Мы эту игру не выиграем, это нереально. Тут три моноберна и антимаг в фрифарме против клока соло хард. Это финиш. Ой, кабана убил. У Нюкса уже... А, у него только третий? Ладно. Клок продолжает фидить. Каким надо быть конченным мусором, чтобы пикать клока соло хард? Давать полный фрифарм антимагу, и мы не имеем шанса выиграть из этого. Ничего не меняется. Годы идут, нихуя не меняется. Ебаные дауны, пикают лютую хуйню, которая не имеет шансов даже в теории. Что-то меня обходит или что? Он достал его? Ха-ха! Там дэмэджа прилетело! Там очень много прилетело. Почти пол ебальника снял. Но не буду качать моношилд, там анивай моноберн против меня. Пора стрелы качать. Надо сразу мом собирать, очевидно, в этой игре. Потому что, ну, надо фармить, типа. Клинкс, миссинг и что дальше. Че могу сделать? Кстати, если он меня зайдет в спину, он меня ебанет легко. Потому что у меня моношилд не прокачан. Ну а что я сделаю? Я не могу моношилд качать анивай. В этой игре. Не могу себе позволить. Да. На всякий случай прожал. А не вы, какая разница, я ничего не потерял, этот ульт бесполезный. Типа, если ты, ну, проебал его, ну и что? Какая разница, он ничего не делает все равно. Run,
Ну, бля, эта игра мертвая с нулевой секунды. Пикнули говно, фидят антимага, пока я фармить не могу. Вот чел уже Battle Fury сейчас соберет. К 11 или 12 минуте, зачем играть, я не знаю. Добрый почонтик! Ну что еще? Привет, величайший. Разбань по Эльзе в чате Никло Анмертенс. Ставь Рефлан ебало, если смотришь все записи стрима с чатом, а не помойку для бомжей на ютубе. Удачи на стриме, всего хорошего. Мой первый донат и... О, чел пришел ко мне фармить. Бля, ну это, короче... Ты сдох, мусор. Меньше, чем три. У тебя хука нету? А, ясно. Я зря фарм проебал. Великие силы. Ну, значит, бля, ну тут нет смысла играть, эта игра закончена. У меня в тиме мусор полный. Они только руинят, мы не можем играть вообще никак. Окей, мы проебали. Гарантированно. Гарантированно. О, хорошо, блядь. Просто клок соло хард 0-4-1. Ну это стандарт. Это классика геймруина. Шанса выиграть нет, в принципе. Их не было, когда он был взят. Их не было, когда его пикнули. Три моноберна с клоком соло хард. Ебать. Просто даун ходит и руинит, и руинит, и руинит, и руинит, и руинит. Добрый почонтик. Эта змея такая медленная, нет никакого шанса, ну, кинуть ее внезапно. И накоцать. Где же БФ? Клока 4 смерти, до сих пор нету БФа. Какой же ты слабый. Скоро у Нюкса будет 6, я буду умирать по КД. Пинкс! Ну, бон на меня идет. Найс портал. Ебать, ты даун. А чё ты не порталился во время неуязвимости? Окей. Стан. Зачем играть? Все руинят. Шансов играть нет, в принципе. Чё ты не станешь? Он АФК стоит. Он фулл АФК, типа вообще нет смысла играть. Чел на АФК. Типа фулл долбоёб. Ну окей, меня убили, вообще похуй. Ноль ошибок. А какая разница, игра закончена, anyway. Чел же руинит игру, этот руинит, этот руинит. Ладно, сейчас в казино пойду играть, короче. Тут все геймрунеры в команде, дота не пошла, к сожалению. Вся команда рунит. Джи-джи. Да уже все, уже как бы, ну, желание играть ноль, потому что вся команда рунит, прям все челы. Зачем уже играть? Если бы хотя бы кто-то играл, кроме меня, но... Сука, я понял, все руинят. Ну вот у него БФ уже почему-то. Почему у него БФ, интересно? Почему клок фидил 24/7? Ну что еще?
Вечером 6 апреля в районе Венецианского мегамолла был обнаружен труп 26-летнего украинца. По данным следствия, мужчина, выйдя из дома, тут же сел в ближайший куст и через 4 часа дня умер от истощения. По данным очевидцев, мужчина думал, что его не видно, и бормотал: «Оп, почти 110, сабы шкенку влезли». Бля, что-то не хочется играть вообще. Нет смысла никакого. Your top tower is under attack. It's probably nothing to worry about. Ну что еще? Салют, величайший точка, 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 члены сосед в мире, точка, суша, стишок. Каракос, каракас, артаспид. Окей, умер, ну и чё? Ну как бы вообще поебать. Все равно вся команда руинит. Я уже не играю. Чем играть, вся команда руинит? По-моему, только Тинкер играет. Ну, Тинкер вроде играет, но... С такой мразью геймрунерской, типа Шейкера и Клокверка. Играет слишком скучно уже стало. Придется руни тоже. Где пофармить? Какой же у медузы ульт бесполезно, я ничего им не сделал. Сейчас меня Бонда бьет. But you probably already knew that. Фу, мана. Классная игра, парни, да. Просто вся команда геймрунеров. Жду финиша. Бучи скрытый пул. Хотя, по идее, я уже должен был выйти со скрытого пула, не знаю. Странно. Maybe не вышел еще. У меня было последние 6 игр победы. Это чисто, ну... Тебя долбоебы рунеры с нулевой секунды сразу слили игру. На унылочках сижу. Ну не сразу и проебали. Клок соло хард — это сразу луз, это всегда луз. Это ж, ну, на протяжении... На протяжении всегда. Испокон веков клок соло хард — это сразу проигрыш. Ты не можешь выиграть никогда с клоком соло хард. Такого не бывает. Клок соло хард не выигрывает. Ну что еще? Шлуз. Вы не можете его добить, потому что его оракл похерил. Ну нормально, чё. Кто меня тут убьет уже?
Антимага 17 уровень и такие слоты. Интересная игра. Резидент Слипер, блять. 17 уровень, почти манта, Батл Фьюрик 19.30. Ну, короче. Просто долбоеб соло хард. Зачем играть вообще? Сразу гейм руин, сразу. Ну, сразу, игра началась, и чел руинит сразу. То есть идет на самом худшем герое в доте. Ну, самый худший соло-хардер в доте, Клокверк. Идет на самом худшем соло-хардере соло-хард и фидит сразу. И зачем играть, какой смысл? Всех все противники отфижены. Шейкер еще руинит. Шейкер вообще забит, там фул долбоеб тоже. Ну, кого интереса играть? Сразу проигранная игра, блядь. Что вообще в игре делать? Может только фидить, потому что, ну, игра заруинена. Да, он на шейкере только руинит. Очень интересно играть. Ульт Медузы в действии, нихуя не делает. Даже никого не убили втроем, блять. Найс ульт, блять. Польза. Лучший ульт в доте, блять. Настроя? Что еще? Я юзаю на одного героя ульт. Нет шансов убить. Anyway. Добрый початок. Привет, Вито. Вот смотри ситуация. Если человек лучше в мире, однако все равно может проиграть игру, начинает искать ошибки в себе, загоняется и теряет то самое семя неустрашимости. Вопрос, как этого избежать и стоит ли поддерживать статус лучшего в мире? Спасибо за ответ. Вообще-то, если у тебя, ну, здоровая самокритика, то ты не ищешь ошибки в себе, а сразу их видишь, значит, искать. Ты сразу видишь, где ты ошибся. Это сразу видно, ну, должно быть очевидно, где ты ошибся, что ты сделал не так. То есть... И можно извлечь опыт из ошибок. Где вообще взаимосвязь? Что-то какой-то странный вопрос. Ну что еще? Команда геймруйнеров, блять. Найс. Привет, батя. Работяги фантики сила. Играм голову в плеч пидарасом. Ладно, я АФК стою. Бля, не хочу. Нет, нет, нет. Только не видосы. Прошу, батя, не хочу. Минуты посмотри и не бросай на 20 секунд. Упал на колени с пацанами. P.S. Тебе сделали гривны. Да, сделали. Удачи на стриме. А нахуй мне сделали гривны? Я не просил, бля. Мне так неудобно. Не нужно кланяться. Привет. Хорошего стрима. Надеюсь, доты будет... Не, я уже заканчиваю, только на... Вот. Уже на тестовом серваке. Паркур. Новое оружие. Новые звуки. Это дэ. Я знаю, только, ну, я ж не буду играть тестовый сервер. Я вообще, anyway, PUBG играть не планирую. Ну что еще? Доты уже не будет. Я одну игру сыграл, хватит. Попись, Славенко. Что делать, если меня обижают в школе? Мне носали в ботинки, в разбивалки, пока я... А, всех зарепортить. Я пришел, а снег течет. Потом они рофлили все время. Блять. Кто сталкивался с таким, позвоните и расскажите, как повлиять на одноклассников. 0992079005. А еще чекни. Надо тебе двух зарепортить. Удачи. Бля, последний донат это троллинг или что? Мне насали в ботинки в раздевалке, пока я отходил. Блять. Короче, эти два дауна заруинили игру Шейкера и Клокверк в ноль. Просто не было смысла вообще играть, аж просто, ну, заруинили в ноль. Найс игра.
Бля, я думал, я уже вышел из скрытого пула, потому что у меня было 6 побед подряд, я думал, что я уже вышел из скрытого пула. На самом деле, получается, не вышел. Типа вот эта вот, я так понимаю, иконка, вот эта вот красная ебала недовольная, это показывает, что я не вейв в скрытом пуле, даже несмотря на 4 репорта. Ну, эта игра, как бы, ну, забей. У меня половина команды геймрунила с нулевой секунды, а у них все потели на победу. Они пикнули на победу, и у них все 5 игроков, 5 игроков потели на победу. И они пикнули на победу. А у меня половина команды геймрунила и пикнули на поражение. То есть, ну, это явно попахивает скрытым пулом. Это же даже игры не было, даже не было смысла играть. То есть, ну, просто... Это как, знаете, ну, допустим, вот вышли крипы, и тебе засчитало луч. Это, ну, без разницы. То, что потратил 23 минуты 36 секунд жизни, это, конечно... Короче, либо как то по Венеции, да-да я увидел журнал типа флирта, где массаж шлюхи и т.д. Ну, короче, а что-то за подумал, хуйня, да. Схожу, ей... Так, новый патч по бэкэнд тестерам в серваке, я знаю, я все равно буду ждать, пока будет на офсерваке. И какая разница, по бэкэнд я все равно не планирую стримить, ну, особо много, потому что не могу. У меня последние 1.5-2 месяца прям читеры стрим снайпят, причем тимингом в соло-играх. Я вообще не могу толком стримить по бэкэнд, ну, вообще никак. То есть, ну, какая разница, неважно. Привет, хорошего стрима, надеюсь, доты будет много. Нет, доты уже не будет. Я одну игру сыграл, и я больше, в принципе, не планировал. Я запускал стрим, задержка 0. Я сегодня планировал вообще казино постримить, сейчас пойду в казино, собственно. Доту сыграл одну игру, к сожалению, заруинили. То есть, ну, сразу заруинили с нулевой секунды. Не знаю, специально или нет, или просто скрытый пул. У меня чат выключен, мне плевать, как бы заруинили и заруинили, ничего не поделать. Геймруин — это геймруин, ничего не сделать.